Франция, США, Италия и Великобритания осудили участников вооруженного противостояния в Ливии. Поводом для совместного заявления стали сообщения о боях в Триполи между отрядами, которые формально подчиняются правительству национального согласия Фаиза Сарраджа. В документе сказано, что в случае продолжения противостояния «четверка» будет добиваться наказания для всех виновных в эскалации конфликта. Как отмечает ТАСС, бои в Триполи не стихают с 26 августа, даже несмотря на перемирие, которое объявило правительство. Участники конфликта используют в городе тяжелую артиллерию и крупнокалиберные пулеметы. Счет убитым идет на десятки, более сотни ранены. Из-за столкновений на двое суток закрыт военный аэродром Митинга, который в последние годы служил международным аэропортом ливийской столицы.